Всем привет! Нам что-то в эти дни, в этом месяце везет на разные атмосферные небесные явления. Мы сейчас в глубинке Украины и ехали вообще здесь в глуши. И в небе, короче, увидели такую красоту. Смотрите, слева от солнца, видите, как маленький кусочек радуги. Я, честно, забыл, как это называется. Какие-то там солнечные собачки или как-то. Но, короче говоря, обычно в такой момент, если это случается, можно увидеть гало. Гало – это когда вокруг солнца, вот как я сейчас на камеру наведу, если получится. Гало – это когда вокруг солнца вот такие получаются цветные круги. Вот так это выглядит. Видите, как раз там, где зайчик. Только глазом это в небе видно. Интересно. Причем сейчас справа нет от солнца, а слева видно. Смотрите, какая штука необычная. И такая яркая. Это, видимо, высокоатмосферные такие облака. Влагу высоко загнало в атмосферу на большую высоту. И вот из кристалликов, скорее всего, льда или в капельках вот происходит разложение света в спектр. Вот такие вот чудеса небесные. Смотрите, мы ехали дальше, и в небе справа также от солнца появилась эта штука. Смотрите, как хорошо видно. Это сейчас видео без обработки. Вот попробую еще добавить яркости цвета. Вообще как радуга. Угу. Первый раз такое вижу. И, конечно, посмотрите видео «Мираж» и «Мираж. Часть вторая», которые мы сняли, увидели на берегу Азовского моря. Сейчас ссылочка будет в конце и в описании. Всем желаю увидеть много интересного и необычного. Почаще смотрите на небо, но все-таки берегите глаза от света солнца. Но почаще смотрите на небо. Не прощаюсь.